всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Метро Рояль. Ну что, на дворе понедельник, и это означает лишь одно, что у нас обновились задания, которые мы, как обычно, пойдем выполнять ровно за один бой. Ну, иногда с помарочкой на 2 на 3, но всегда мы их делаем. Так что, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забывайте про подписку на канал, ведь нас с каждым днем все больше и больше, это не может не радовать. Ну и также бонусами тех, кому вообще ни разу не трудно. Смотрите ролик через VPN. Это не призыв к действию, а моя маленькая просьба. Ну а мы начинаем. Погнали. Новый сезон метро в самом разгаре, но катки совсем не идут, и ты уже устал сливать вещи одну за одной. Теперь это больше не проблема, ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. И самое главное, по максимально низким ценам. Так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в различных магазинах. А еще тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. А если ты все еще сомневаешься, то вот тебе мой личный небольшой списочек покупок. И как видишь, тут даже не самый маленький суммы сделок, и все до одной успешные. Так что скорее залетай и вооружайся. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну а мы продолжаем. О, первый бежит. Готов. Причем, кстати, с нашего соседнего респа, хоть там и синий круг был, никто не работает. А боссик уже на месте стоит. Я так понимаю, типочек сразу свалил отсюда. Ну, понедельник все-таки надо. Радиацию надо прибыть, надо задание сделать. Сейчас тогда, наверное, бустаемся и пробуем аккуратно босса забрать. А потом сразу прямиком в радиацию. Потому что киллы набить гораздо проще, а вот с прибылью может проблема быть. Только вот меня напрягает то, что тут никого нету. Хотя я видел, что он плюс-минус тут появился. Вот по-любому сидит и где-то подглядывает, чтобы в определенный момент резко взять и зажать. А у меня он даже сумок шестых уже не осталось. О, у него АМРка за спиной. Так, есть контакт. Фиолетовый. Блин, я когда АМР-ку увидел, я подумал, все, сейчас топовая выпадет. Да, она улучшенная. Ладно, того типочку у забора потом залутаем. Сейчас сразу в радик. Поехали. Только вот в радиации-то у нас уже есть кто-то. Причем далеко даже не один человек. Там... Мало того, что на входе трупов целый, я не знаю, гора трупов, так еще и обе тележки угнали. Хотя, наверное, и плюс даже. Типа сейчас можно еще и килы немного подлутать, если все получится. Так, пока я что-то не особо кого-то слышу здесь. Чего? Серьезно, их тут еще и трое? Так, первый есть. Но там еще и, по-моему, в библиотеке кто-то с кем-то стрелялся в этот же момент. А, там еще и собаки на гору лезут. Вот так я зашел в радиацию. А я и думаю, почему я, пока по рожку бежал, вообще никого не встретил. Все, походу, уже сюда стянулись. Блин, ну все. Тогда сейчас чекнем, что у нас по горе, и будем Библию штурмовать. Погнали. Вопрос. И что теперь делать? Я думал, он тут ящики уже лутает. А типочек просто сел на крышу, нагрев целый миллион живности всякой. М-да. Вот и приплыли, блин. Просто, куда ни глядя, не везде толпами. Давай, просто спрыгни и добей меня. Чё-то как-то я вообще далеко не так в голове-то все себе представлял. Я думал, сейчас залетим и на изи разберем его. И здрасте. Целый зоопарк, здесь еще и дальше агресс.
Чего? Серьезно, он спрыгнул с крыши? И у меня, как назло, пол хп не хватает. Так, пара тычек. Чего? Серьезно, она... Просто собака впитала весь урон. Еще и шлем сняли. Да. Ну все, получается, заново заходим. Поехали. Все. Мы снова на месте. И что-то точка респа как-то меня прям не особо и впечатляет. Да, сейчас пока просто до центра доберемся. То уже половина радиации будет либо залутана. Ну, либо залутана. Чтоб в радейку и никто не пошел, да никогда это не поверю. Как вариант, конечно, можно сейчас не сразу туда бежать. Попробовать тут на респах повоевать. Но что-то как-то... Я вообще никого не слышу. И не вижу, и не слышу. Да. Как будто вообще один появился. О! О, и сразу их двое. Огонь. Вот только не говорите, что он теперь из этих контейнеров вообще не выйдет. Че он там делает? Он типа ящики латает, что ли? Капец. Не, ну, я уже особо никуда не тороплюсь, я не отстану от него просто так. Главное, чтоб со спины и сбоку не закрыли. А так, подождем, посидим. Пускай выходит, идет, ящик лутает. О, двинулся. Пошел прогресс. Типа, серьезно, он убивал этого типа? Я прям над типочком, грубо говоря, сверху бегаю, а он меня не заметил. Готов. Конечно, возможно, это со стороны будет... Крайне странно смотреться, типа, как будто закрысил. Но по факту, идти в тупую по открытой местности, чтобы заражить его, это была бы еще более плохая идея. Да, он просто лутал ящики. Понял. Принял. Я уж хотел разворачиваться и к центру бежать. А тут, оказывается, еще и остался кто-то. Еще видеть его. Фига себе, еще и в ответ агрессирует. Ладно. Сейчас посмотрим, кто кого. Готов. Чего? Мне сейчас не показалось, что сзади кто-то топнул. Ладно, позже залутаем. И то, что даже. Блин, это нифига, он получается вообще с левых респов уже сюда прибежал. Капец. Получается, лутаем того парнишку за деревом. И тогда сначала идем на рожок, а с рожка уже в радиацию. И один фиг, мы туда прям сильно не успеваем, поэтому минуты больше, минуты меньше. Погнали. Я же сейчас это не один слышал. Понял. Походу, если в радиацию мы особо уже не успеваем, то вот на босса на рожке прям в самый раз пришли. Только как-то он далековато стрелял. О, уже справа топают.
еще и двое. Так, первый готов. Осталось только понять, забрал он второго типочка или нет. Но я сейчас, когда пробегал, я слышал, что он справа по боссу топал. Попробовать его под ствольником поразминать. Ну, если он там вообще еще живой остался. Я ни разу не попал по нему. Блин, вот плохо, когда залетаешь на босса на рожке, а тут чересчур много мест, и если кто-то есть, то у тебя попросту рулетка начинается. Сидишь и ищешь, за каким ящиком и в каком углу типочку спрятался. Но тут-то его вообще вряд ли может быть. Блин, но у меня такое ощущение, как будто тут вообще уже никого нету. Реально, мы уже по сути все места тут пересмотрели, а никто нигде не появился. Понял, принял. Надо походу закругляться уже здесь. Еще и так трупик прямо у лестницы лежит. О, даже двое их здесь. Серьезно, два шестых шлема. Капец, я куда это складывать должен? У меня пятая сумка. А мне еще в радейку сейчас идти. Да. Ладно, сейчас все проверим. Каким-то чудом все залутаем. И идем смотрим, что у нас по радиации. В принципе, 10 минут боя прошло. Ее, по идее, уже залутать вообще должны почти. Поэтому, погнали. Уже на второй стороне. Не, ну, как минимум, мы даже, получается, успели немного. Но, скорее всего, он большую часть радейки уже пролутал. Чего? Его сейчас типа с бага забрали? Фига себе, откуда типочек спускается? Это типа он реально на скале сидел? А ничего как бы, что последние сезонов 5 я никого в этом баге не встречал. Да. Не, ну его по-любому за это убивать надо. Только он сядет лутать ящик, все, он на этом же моменте закончит. Капец. Шел с одним, а по итогу у нас плюс 2 кило. Причем, я не знаю, во что был одет первый парень, но этот явно фуловая шестерка. Так вот, опять собаки в куче стоят. Блин, вечно панагрита. Никита, приходи и убивай. Все. Надеюсь, дальше их меньше будет. Блин, вот еще. Как назло, прям полная сумка. Еще и пятая. И вот опять. Я забыл скинуть ремень и за место ремня одеть под сумочек. Во. Не знаю, что у него там по луту, но скорее всего там много. Как минимум, часть радиации уж точно должна быть. Вы сейчас серьезно? Две МКХи, обе на топ обвесах, шестой шлем и компоненты с радиацией. Я это все куда упаковывать должен? М-да.
Кстати, радейки-то мало. Походу, ее даже еще не всю залутали. Поэтому как-то все вмещаем и идем долутывать. Погнали. И на всякий случай, сейчас, наверное, еще и библиотеку проверим. Ну реально, у него как-то сверх мало компонентов было. И причем откуда-то еще и зеленые. Не знаю, где он в радиации вообще зеленые компоненты добыл. Все, проблемы с местом. Я хоть это все как-то и поместил, но блин, у нас осталось как минимум патронов на 1,5 босса. Еще и вертушку прямо на рожке вызвали. О, еще плюс детектор. Мне не хватает, по сути, ну, 200-300 тысяч. И все, и мы прошли стоимость. В этот раз надо всего 1,5 миллиона. Серьезно. Там еще и ящики закрытые стоят. Блин, огонь. Тогда сейчас быстренько всю жирность зачистим и лутаем, значит. Как-то странно они стоят. А, ну да, еще и большой пришел. Зачем она крикнула полностью? Так. Все? Больше никого не будет? Заодно и немного места освободили. Теперь есть что куда ложить. И надо-то всего лишь чуть-чуть. Как тут что лутал вообще? Снизу ящик закрыт. Тут наполовину открыто-закрыто и... Я не знаю, что тут происходило. Тогда больше другой вопрос. Почему он остальное лутать не стал? Хотя пофиг. Нам же от этого и лучше. Такими темпами сейчас преспокойно соберем 1,5 миллиона прибыли. И будем сваливать. Как минимум у нас через минуту уже второй временной появится. О! Блин, еще и здоровяки сагрились. Там залутать еще один ящик осталось. Чего? Серьезно? Тут еще один, оказывается, был. Алло, он тут каким чудом отъехал? Капец, а я даже и не заметил, что у нас ящик-то светится. Еще и КМ-кобра. Ладно, я не знаю как. Стоим просто на характере, лутаем ящик и идем. А КМ помещаем себе. Блин, АКМ Кобра шикарная пушка. Пусть даже сейчас мы по стоимости чуть-чуть уйдем в минус, но я лучше реально АКМчик Кобра вынесу, чем пару лишних жетончиков. Только вот совсем пустые дальше пойдем. Но ничего, как-нибудь временных боссов с горской патронов заберем. Поэтому погнали. Я вот думаю, даже, наверное, чтобы сейчас точно хватило, чисто одиночными их будем убивать. Потому что, помимо них, надо бы еще, наверное, по рожку пробежаться, пару ботинков забрать. А то стоимость-то сделали, а по киллам я не помню сколько. Кстати, нормальный урон. И у него тоже. Капец. С такой дистанции на пол лица прокинул.
Серьезно, одной тычки не хватило. О, угадал. Так. Понял, принял. Это у нас не самый фартовый босс. Ну а так все. Сейчас быстренько точно так же заберем того, что снизу стоит. И сразу на выход. А там уже ящики пооткрываем. Поэтому погнали. Ну что, ребят, до точки сохранения отсюда уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно, что, к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет потихонечку заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до самого конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял, пока. Ну а вот теперь можно уже ящики пооткрывать. Погнали. Причем, я надеюсь, сегодня что-нибудь годное дропнется. А оружейку, как обычно, оставим на рандомные пушки. Да, ну с обычной, конечно, такое себе падает. Во, вот это уже по-нашему. Ну а так все. Еще раз всех обнял. Пока.